Добрый день, друзья! Я Быстрый Олень вновь с вами. Сегодня воскресенье, 29 апреля, и мы с друзьями едем путешествовать. Погода прекрасная, голубое небо, красивые люди, тепло, светло и хорошо. Мы счастливы. Присоединяйтесь. Вот что значит север. Снег. На северных сторонах склона. На южных. Это Брюс Трейл, но тот самый идет. 20 километров. Здесь на каждом столбе есть указатели со стрелочками. Вот так красиво. Какая широкая тропинка. Получаешь огромное эстетическое наслаждение. Да. Здесь можно делать обалденные фотографии. Весна. Здесь заблудиться невозможно. На деревьях висят такие карты. Дорожки ухоженные. Все готово для путешествия. Это fishing area, здесь ловят рыбу? Да, там стоят, специально вот рыба. Есть и написано fishing area. А вот рыбачок здесь. Ой, как красиво. Подожди, сфотографируй меня сейчас сюда. Вот впереди. Люблю весну в начале мая. И такие вот прекрасные виды. Эхо, слышал какое? Да. Вау. Березки. Closed. Но мы-то русские люди. Мы ничего не боимся. Вот и съели. Мне нравится музыка весенних ручьев. Слушаешь и наслаждаешься. Вода чистейшая. Такие маленькие прудики. А здесь можно еще и в снежки поиграть. Вот такой вот снег. А здесь канадские луни, которые изображены на канадских долларах. Такая парочка. По следам здесь можно увидеть, что прошел олень буквально недавно перед нами. И он пошел в ту сторону. Мягкие иголки, да? У нас не было, ты не потрогай. Очень мягкие иголки. Вот возьми его снизу. Вот, смотри, какие мягенькие. У нас таких не было. Да. У нас жесткие были, есть мягкие. Здорово. Маленькие. Типичная весенняя картинка. Она вообще другая была. Я, конечно, не ботаник, но это я тебе говорю. Можно снять, фотографировать. А реально они очень вот на эти лилии похожи. И эти листья такие же и так далее. Лили. Все распускается и растет. Вот весна. Небольшие водопадики, легко дышится, идти приятно и хорошо. Вот что природа сделала.
Такой вот водопадик красивый. Бывалые люди говорят, что в таких заводях водится форель. Сейчас ее не видно. Она, наверное, под корягой. Тук-тук-тук. Кто в теремочке живет? Кто в небольшом живет? Никого. А здесь долбили, долбили, но не выдолбили. А тут кукушечку нашли одну. Сейчас быстрый олень будет вызывать духов. Отдохнувшие, зарядившиеся кислородом, можно ехать домой. А в завершение путешествия нужно заехать в Нака Japanese ресторан и скушать пура. Лена, отойди, а то у тебя видно только шримский пура. Гриндраган, я балды глянул, это очень вкусно. Гриндраган? Ты заказывал гриндраган? Не, не сейчас. А можно? Это же класс. Баттерфиш. Сейчас попробую. И корочка. Еще и лобстеров принесли. Правильно, Машу. У нас такое вот, типа, по-моему. Ну, по-моему, все. Олег, по-моему. В общем, пир на весь мир. И в заключении чизкейк. Вау, с такой красивой сакурой. Сакуры. Это я видела. И шоколад.